Хэйю, с вами Зефир Крю, и мы находимся в тюрьме! И мы вообще не понимаем, что мы здесь делаем. Нас здесь целые сутки уже держат. И есть нечего. Тут нет ни еды, ни воды. Одна лишь эта камера дурацкая. Охрана! 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 Ну охрана! Зефир Крю! Да чё вы тут разорались, а? Я требую объяснений. За что нас здесь держат? На блогеры, да? Да, блогеры. Ну все понятно. Ваши подписчики хотели, чтобы вы выкладывали видео каждый день, а вы выкладывали 2 раза в неделю. Вот теперь сидите здесь 10 лет и вообще видео снимать не будете. Это нечестно. А раньше надо было думать. Понятно? Блин. Надолго мы тут. Не повезло, Зефир Крю, не фартануло. Ну ты хоть лайком нас поддержи, а то сидеть нам еще здесь целую вечность. Диванчик от Dolce & Gabbana? Я не знала, что они делают диванчики. Так, когда куплю дом в Италии... Никогда! Ну, в принципе, да. Вкусно. Кушать хочется. Дайте нам что-нибудь поесть, мы голодные. Кушать хотите? Мы голодные, еды. Дайте нам что-нибудь поесть. Если хотите поесть, нужно меня развлекать. Выйду ночью в поле с конем. Ночкой... Понял. Мне нравится. А давайте-ка ты будешь конем, а ты будешь наездником. И поехали! Ура! Поехали, поехали, поехали! О! Ну ладно, это было смешно. Сейчас принесу еду. О-хо-хо! Это получается пицца! И бургеры! Паста, болоньезе! Сейчас будет роллы, суши, да? Всякие мать. Хотя бы борща бы уже, что ли, принесли, да? Хотя бы. Да. А еще, прикиньте, стейк будет. Привет! Привет! Это тебе. Теперь это ваша еда на ближайшие 10 лет. Блин, ну что, ребят? Так что роллы и пицца. На. Я хочу пиццу. Ну, это ешь. Это не всякие маки. Это какие-то просто всякие. Она же на воде. И без соли, наверное. Фу, липкая, как песок. Надо как-то заставить охранника уйти отсюда, а самим сбежать. Да, ну а как? Есть идея. Давай я скажу, что у меня сильно болит живот. И тогда ему придется искать врача или таблетку. Ну это прям дедовский способ. Смотри, давай. Ай, болит живот! Мой живот! Ой, охрана! Охрана! Ой, мой живот! Очень болит живот! Тут плохо, Роме! Быстрее врача вызовите! Ну ладно, принесу я вам аптечку. Неотразимо. Круто! Саша, просыпайся! Она ушла уже! Просыпайся! Давай, Саша! Пацаны! Здесь сейф какой-то! Сейф. Открывай скорее! Давай. Как я его открою? Не знаю, там пароль! Нам нужно найти, чтобы... Попробуй! 1, 2, 3, 4! Должно пойти! Родя, ты дурак! Нам нужно найти что-то, что поможет найти правильный пароль. Не знаю, я пароль. А, Ром, надо что-то найти такое, что нам поможет открыть сейф. Давай искать код. А, где-то, может, на стенках написано. Вот, тут нет кода. Под матрасом тоже ничего. Повесть о жизни. Что это? Здесь стишок. Ну это нам точно ничего не даст. Захотел сложить Петров 2 собак и 3 волков. А в итоге 5 атак.
18 собак. Ну и что тебе это дало? Возможно, здесь спрятан код. Где? В Петрове, что ли? 2, 3, 5, 18. Саша, попробуй 2, 3, 5, 18. О, сработало! Есть! А, ты гениально! Пора! Пойдем, 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 скорее! Тут записка какая-то. Что там? Что там? Хотите знать, что там? Конечно, хотим. Говори. Ключ в унитазе. Ребят, а у вас были такие моменты, когда вас дома запирали и не давали выйти? Напишите об этом в комментариях. Ну на, принесла я тебе. А, да уже и не надо. Наверное, это было просто несварение от этой вашей гадкой овсянки. Нормальная овсянка была. Ну или же теперь. Вот и ешьте ее сами. Надо убираться отсюда. Пойдем. Пс, пацаны, пацаны, идите сюда. Надо, чтобы вы сейчас азбуку Морзе настукивали на стенке, когда охранник придет. Пошел. Понял. Охрана! Охрана! Чё? А, здравствуйте, а скажите, у вас кто-нибудь в соседней там вот за стеночкой в камере живет, нет? Ну, есть. Да? А вы вот послушайте, прислушайтесь. Слышите, это, кажется, кто использует азбуку Морзе, чтобы спешить. Мамма мия! Эх, от звонка и до звонка. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я попутал берега. Так, Саша, давай, давай, ключ. Быстрее, давай. Свобода. А ты же нас откроешь? Открой нам тоже. Давай, смотри. Наконец-то уже. Потусим, сейчас погуляем. Тихо, тихо. Не работай тут, не тут сам у вас. Вот. Что делать? Поищите, что там у себя там знает. Где же должна быть зацепка? Ничего и не найдем. Камера слишком маленькая, чтобы прятать ходок. Родя! Что? Блин, как круто получилось! Нам нужен снова пароль. Саша, поищи, может быть там есть зацепка. А, давай попробуем, знаешь, какой пароль? Всегда работает. 1, 2, 3, 4. Не в этот раз. А
Ребят, а какой радиус Земли? Зачем тебе это знать? Да тут записка какая-то. Тут, может быть, это пароль? Я знаю радиус Земли. У меня по географии была пятерка. 6,371. Пробуем. Сработало! У нас есть ключ. Отлично! У-ху! Ну что, погнали? Погнали! Ха, дожились. Роди знает радиус Земли. Ключ! Ну что, подходит там? Подходит! Свобода не за горами. Кажется, охранница ушла, и теперь мы можем уйти отсюда. С вами был Зефир Крю. Подпишись на канал и поставь лайк этому видео. Банан, пора уходить вообще-то. Пойдем, я скорее. Ура! Я его убью. И эти сбежали. Ну что же такое? Мне так одиноко. Одна в этой тюрьме. Ну ладно, пойдем с нами. Ну пойдем.